Итак, просто добрейшего всем здоровья, всех рад приветствовать на канале GameLair. Меня зовут мистер Фриман 315. Очередная миссия к первым казакам, адмирал флота называется. В этой миссии Саксония вместе со своими союзниками, двумя саксонскими армиями, воюет против Дании и Пруссии. Вы на стороне Саксонии. Так, ну, континенты это понятно. Наша задача прикрывать... Чё прикрывать? Союзников саксонцев с моря и совместно с ними уничтожить неприятельские армии флот. Ну чё, ладно, погнали. Так. Под вашим командованием торговый город. И саксонский флот. Вам предстоит развить и усилить свой флот для ведения боевых действий на море. Для уничтожения городов и армий противника на суше наиболее эффективны кетчи, а также фрегаты и линейные корабли 18 века. В ваши порты регулярно провозят ресурсы транспорт. Белый фрегат. Транспорт нужно охранять, так как его могут потопить вражеские корабли. Ваша задача противостоять вражеским флотам. Синий, зеленый, черный. Ох, блять, нихера себе, три. Также помогите саксонским армиям. Сиреневый, оранжевый. Бороться с противниками. Окей. Так, ну что, сразу ставим игру на паузу и давайте посмотрим, что у нас есть. Так, несколько фрегатов. Один 18 века. Так, это, я так понимаю, союзники наши, да? Да, свои. И вот это свои. Так, ну давайте посмотрим, что у нас есть. Есть казармы, есть торговый центр. Есть академия, что немаловажно. И, ребят, еще один момент немаловажный. Мы уже находимся в 18 веке. Естественно, я сначала сделаю апгрейд шара. Так, а здесь построим несколько, наверное, кораблей. Так, сколько у меня крестьян? Один. Всего-навсего один. Причем, ребят, посмотрите, я не могу строить ничего. Ни казармы. Ни хрена, как говорится, я не могу строить. У меня даже конюшни нет. У меня одна несчастная казарма. То есть все усилия тут будут уходить исключительно на флот. Так что как-то так, ребят. Все, что я сейчас могу сделать, это, может быть, построить еще пару портов. Хотя не вижу в этом никакой необходимости. Честно вам скажу. То есть строить крестьян у меня смысла нет. Хотя, вы знаете, смысл, наверное, есть, если пустить их на добычу дерева. Да. И дерево потом менять на другие ресурсы. Это единственный целесообразный шаг будет. Поэтому давайте, наверное, так и сделаем. А вот что касается казарм. Ага, вот, пожалуйста, ребят. Одна казарма у меня 18 века. Буду гренадеров, естественно, я делать. Так, здесь ничего нет. Вообще ни хрена ничего нет. А я не знаю, что, блин. Ну ладно. Так, я не понял, у меня что, две кузницы, что ли? Ну ладно. Пусть будет так. Сейчас делаем первый апгрейд, посмотрим, что делать дальше. Так, слава богу, карта сейчас откроется нам. Так, все. Значит, смотрим. Смотрим и еще раз смотрим. Так, это вражеские. Нет, это не вражеские корабли. Вот вражеские корабли. Значит, это синий. Слушайте, ой, их сколько здесь, а? Ах вы зараза, блин. Линкора на вас нет. 18 века. Эти еще тут тоже. Бляха-муха, да что ж вас так много-то, а? Ага, эти уже херачить. А, эти, причем они херачатся между собой. Это, походу, это пираты черные, да? Ага. Так, ну что ж.
Ладно. Давайте, наверное, Спартата выйдем. Все. Ох, ёперный театр. Вот это сейчас будет бойня. Вот это сейчас будет жесть. Вы посмотрите, сколько там фрегатов на меня идет. И ведь они все идут на меня. Вот это сейчас все они будут здесь. Блять, это мне не нравится. Так. Ну ладно. Что дальше? А дальше мы будем апгрейдить пушки, ребят. Так, пора строить, наверное, линкор. Раз и два. А, стопэ, скорость постройки кораблей. Есть? Меткость орудия. Слушайте, скорость постройки кораблей у меня, скорее всего, уже сейчас прокачана. Блин, ни хрена нет, ни шаг, ничего. Вообще ничего. И опять же вопрос, как мне помогать? Мне вот угольная шахта есть. А я не могу, да, строить? Не, я не могу строить. Ничего не могу строить. Ой, какой кошмар. У меня даже пушек нет. Ничего нет. Ладно. Ладно. Что у меня по населению? Ага, 350. Ну, пойдет. Ладно, пойдет. Не, ну, понятно, их тут сколько. Ёкарный бабай, как говорится. Так. Что следующее? Скорость кораблей? Да, согласен. Согласен, надо. Сейчас на фрегаты буду херачить 18 века. Это будет более выгодно. Так, меткость орудий. Ну что там? Ага, вот он и линкорчик подоспел. Давай, родимый, давай. Так, давайте посмотрим, что выгодней. А, линкор обычный или фрегат 18 века? Да нет, все-таки. Ага. Нет, давайте лучше, да, фрегаты. Фрегаты. Делайте фрегаты, ребята. Слушайте, они меня сейчас размочат. Они меня просто-напросто вынесут, как папу Карло сейчас. Если я так буду медлить. Охереть. Так. Слушайте, я даже еду не могу сделать. Ну как так, а? Что это за беспредел? Ну, тут только дерево. Идите, короче, вот сюда. А дерево менять на еду, естественно. Естественно. Так. Сила выстрела. Фрегаты построились. Причем они намного, ребят, быстрее строятся, чем линкоры. Ну, жесть. Полная жесть. Так, давай, давай, линкорчик, строй. Один линкор мне не помешает. Так. Ну, что-нибудь, ну, противопоставим. По идее, должны. Так, прокачаем мы что? Прокачаем мы вот это и вот это. Да. Да. Хорошо. Тварь, а?
Так, сила выстрела. Сила выстрела. Нормально. Хоть добыча дерева у нас есть, и то хорошо. Так, вроде отбились. Отбились, и это очень-очень-очень хорошо. Так, давайте назначим точку сбора вот здесь все-таки. Чтоб уже... Так, а это свои, да? Ах, хер там свои. Хе-хе-хе. Ни хрена это не свои. Так, ну что? Ладно, пусть сейчас линкорчик построится. Он у меня будет гавань защищать, наверное. Он у меня будет защищать гавань. Так, ну вроде бы, вы знаете, справляемся неплохо. Но ведь они, падлы, прибывают, и прибывают, и прибывают, и прибывают, и прибывают. Ведь это очень печально. Ну ладно. Нормально, нормально справляются. Фрегаты 18 века очень даже неплохо справляются. Так. Их мы, наверное, и будем строить. Вот так. Посмотри, какие настырные, а, лезут со всех щелей, падлы. Реально со всех щелей. Ну-ка, линкорчик, задаем жару. Да. Это нереальная жизнь, ребят. Но благо, дерево... Дерево мы делаем. Кораблики будут. В принципе, их будет очень-очень много. Блин, вот что я туплю, а? Добычу дерева сейчас сразу надо сначала прокачать. Естественно. Так. В принципе, что? Ага, эти уже транспортники готовят. Вообще замечательно. Ой, какая прелесть. Видите, херачьте их порты. Так. Что, эффективность добычи дерева я сделал. Посмотрим, что у нас по поводу скрытых месторождений. Вот это вот тоже очень интересно. Я хочу сказать, ребят, что, наверное, один порт я построю. Что там с крестьянами? Нормально? Нормально. Один порт я, наверное, построю здесь. И отсюда транспортники будут, короче, плыть сразу сюда. И вот отсюда, короче, так вот и пойдем. Да. Да. Так, линкорчик, где мой? Вот он. Вот он, вот он, вот он, вот он. Так, ладно, скорострельность. Все это увеличим. Все, гренадеры прокачаны, ребят. Отлично. Отлично просто. Так, пикинеры сюда, наверное, выстрою, ребят. Всех остальных.
Так, добычу камня можно даже не апгрейдить. В этом не вижу никакого смысла. Абсолютно никакого. На дерево, ребят, все идем на дерево. Дерево для нас на вес золота. Блин, неплохо линкорчики строятся, ребят. Очень неплохо. Так. К нам решили прийти сюда. Ну давайте, давайте, ребятки, приходите. Так, что следующее? Ладно, давайте уже вот эти вот крайние апгрейды сделаем. Блин, вообще, конечно, охреневшие. Просто охреневшие вот эти и галеры, и все-все-все. Ну ничего, ладно. Фрегаты очень быстро строятся. Крестьяне на дерево идут. Сейчас, короче, просто наблюдаем за процессом. И делаем апгрейд Академии. Апгрейды в Академии, да. В Академии. Так, а там, походу, кто-то высадился. Вон оно что. Я понял. Я понял. Надо, короче... Надо, короче, добывать дерево. У меня уже нет денег. Офигеть. Ладно. Флот у меня сейчас неплохой. Довольно-таки неплохой. А линкор, я думаю, сейчас здесь вот немножко вот этих вот ребят потеснит. Потому что они оборзевшие, честное слово. Так, а здесь... Здесь ребята идут сюда. Так, что у меня еще тут? Добыча камня, то хрен с ним. Прочность зданий, постройка зданий. Тоже, в принципе, это все новшества не актуальны на сегодняшний день. Для данной миссии, скажем так. Ну ладно, что ж. Сейчас, наверное, будем строить транспортники. Так, стопы. Ну-ка, расхерачивай этого. Мы фрегат расхерачили, конечно. Чертям собачьим. Так, ребятки, на дерево, на дерево, на дерево. А, давайте уже все апгрейды сделаем. Благо, средства позволяют. Чё ты стал, родной? Тут херня осталась, которая мне, в принципе, не нужна. Не буду на это тратить ресурсы все-таки. Так, чё, линкор справляется, нет? Походу справляется, чё. Еще один... Нет, на еще один у меня, к сожалению, денег нет. У меня денег нет сейчас ни на что. Вообще ни на что. Добыча дерева пока нулевая. Просто нулевая. Так, фрегатики наши неплохо справляются. Расхерачьте вот это дело. И вот это дело расхерачьте. И вот это дело расхерачьте.
Так, и вот это дело расхерачьте. Так, и вообще сюда давайте. Так, двое здесь остаются, потому что эти ребятки сейчас 100% начнут. Так, ну это свои, понятно. Трубацкие лодки потерялись какие-то. Твари, блин. Так. Бляха-муха, нету дерева, а? Стройте, давайте, стройте. Вот этого. Теперь вот это. Теперь вот это. Теперь вот это. Теперь вот этого. Теперь вот этого. Так, ну естественно, они просто так не успокоятся. Естественно, они будут строить порты, наверное. Или нет. Или не будут. Будут. О-о-о, еще как будут. Херачьте, короче, их вот так вот. А вообще надо, короче, собирать, ребят, армию. Это все фигня, я вам скажу. Собирать армию и выносить. Иначе у меня ничего не получится. А, у меня нет транспортников. Ёперный театр. Офигеть. Офигеть просто. Ребята. Ну, короче, линкорчик идет сюда. В гости к нашим. Я должен, короче, да, я понял, ребят, я должен просто тупо выносить вражеские корабли, а захватывать-то все равно должны эти со своими транспортниками. Слушайте, а если у них транспортников больше нет? Ху-ху-ху-ху. А что же делать-то, а? Как я-то смогу помочь им захватить? Ой, блядь, ой, блядь, ой, блядь, это жопа. Твари, они уже еще один порт построили, а? Смотри на них. Так. Давайте думать. Транспортников больше нет. Да. Так, ну ладно, нет так нет, чё ж. Чё ж поделать-то? Будем, так сказать, импровизировать. Вообще у меня уже перенаселение. Прекрасно. Я не смогу ничего построить, ребят. Надо, короче, задать патруль для кораблей. А мы просто-напросто задолбимся. Так, ладно, ребят, немножко у меня игра вылетела.
я где-то пропустил 10, ну, примерно 10 минут записи. Ну ладно, не страшно, ничего страшного. Абсолютно ничего страшного. Значит, сейчас сам смысл поясню, что я сделал. Я наконец-таки сумел построить две казармы на этом берегу. Вот, что в принципе дает мне огромное преимущество. И сейчас просто-напросто начну выносить нашу Пруссию. Нашу Пруссию. И нашу Данию, потому что они просто оборзели. Вы видите, что происходит вообще? Это просто что-то. Хрен пойми, что вообще с чем и так далее и тому подобное. Эти оборзели уже в конец. Это кто у нас? Дания? Ну, конечно, Дания. Все, сейчас, короче, начнем их потихоньку выносить. Да, если бы у меня, блядь, еще был уголь, было бы вообще шикарно. Было просто... Не понял? Понял. Тупанул. Я понял, что тупанул. Так, сколько у меня сейчас? 197? Ага, 850 можно. Шикарно. Шикарно и великолепно. Уголь, конечно, уходит очень быстро, но... Тем не менее. Так, я сейчас думаю, что я создам огромную толпу и уже тогда пойду... Что тут дело за малым? В принципе, дело за малым. Так, ладно, эти развлекаются. Зачистим территорию, зачистим. Так, вот эти две конюшни. Можно сказать, пошли вперед. Так, ага. Пункт наемников сейчас тоже. Опять нет угля. Я понял. Наверное, ребят. Весь камень, короче, на уголь. Я не знаю, нахера мне нужен камень. Не нужен. В принципе, в этой миссии уже не нужен. Думаю, вообще не нужен. Так, наши ребятки идут вот сюда. Сейчас, я думаю, быстренько мы сделаем зачистку территории. Без лишних вопросов. Хорошо, что они могут выносить здания. Слушай, чего жестко. Жестко гаубицы себя ведут. Башню надо выносить. Так, крестьяне что-то там собрались строить, и я понял. Кстати, точку сбора давайте сразу сделаем, наверное, вот здесь. Потому как, да. Так, это можно...
можно все вынести. Ну что ж, так, идем сюда. Раз такая пьянка пошла, даже один торговый центр захватили. Блин, все здания нельзя захватывать, а? Вот это, конечно, вопрос. Вопрос на миллион. Так, один торговый центр наш. Великолепно. Так, русские войска в регионе уничтожены. Синий противник. Хорошо. Так, я не понял. Свои, что ли? Кишини, блядь, свои. А чё, я пушку не могу вынести, что ли? Да вы там собрались, что вы там строить собрались, блядь? Ага, эти высадились на этот берег. Я понял. Тем не менее, вынесли. Так, новая точка сбора. Наверное, я вот здесь вот где-нибудь, да. Самое то. Понятно, что их больше в разы. Просто в разы. Поэтому... идем сюда. Так, синий противник уничтожен. Хорошо. Ну что ж, осталось немножко совсем. Совсем чуть-чуть, а на рынке нет, это, конечно, многовато. Так, еда у меня. Ну вот опять же, видите, ребят, еда. Дерево, это очень ценный ресурс. У меня добыча только дерева идет. Это, естественно, для кораблей. Ух ты, блядь. Сколько их тут, вы посмотрите. Повыносить их тут. Слушайте, а линкора моего вынесли, да? Ёперный театр. Это ж какая-то жесть. Как так-то? Линкора моего вынесли. Херак. Херак. Так, нормально, нормально. Ага, кстати, вот эти ребятки. Чё они тут стоять? Давайте сюда. Так, теперь как бы, в принципе, сейчас вынести город и все. И все.
Так, две башни надо вынести. Просто срочняк, надо вынести две башни. Так, эти фрегаты пусть идут сюда. Там от них будет больше пользы, намного. Намного больше пользы будет. Пошло какое-то жесткое. Но уголь заканчивается, ребят. Куда вы пошли, блядь? Сейчас закончится опять. Так, надо, короче. Наемников в первую очередь. Что можем захватим, что не сможем уничтожим. Уголь, конечно, потихоньку, но убывает. Ну ничего. Ненавижу их. Так, ладно. Ребят, у меня осталось, к сожалению, только 3 фрегата. И больше ни хрена. Так, надо брать новых гренадеров. Они даже умудрились конюшню построить. А, не, это не конюшня, это артиллерийское депо. Ну, я понял. Так, сюда. Зачистка номер 2 называется, да? Уже зачистка номер 2. Так, сначала. Так, башни. Вот этих ребят надо вынести сразу, потому что... Клад, шахту. Шахту разобьем нахер. Так, ну, собственно говоря, дело техники. На самом-то деле. Она сначала взорвалась, потом еще раз загорелась и еще раз взорвалась. Интересная, конечно, концепция. Ну ладно.
Все захватим, кроме башенки. Это все наше. Так, датские силы в районе уничтожены. Все неприятельские армии в регионе уничтожены. Победа. Отлично, ребят, все. Справились с заданием, не при помощи высших сил, как говорится, но тем не менее справились. Идем к следующей миссии. Не расходимся, так сказать.